Чтобы быть финансово успешным, многие думают, чем больше ты работаешь, тем больше ты зарабатываешь. А ты попробуй работать с энергиями и быстро получишь результат. Нарисуй на руке восьмерку и произнеси магические слова 3 раза, которые помогут создать доход, сохранить или улучшить финансовое состояние. Чтобы всегда были деньги, знатоки эзотерики советуют хранить в доме купюры, номера которых начинаются или заканчиваются цифрой 8. Чем больше будет восьмерок в номере, тем лучше. В чем же секрет? Досмотрите это видео до конца, ведь я расскажу о магии цифры 8. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. А прямо сейчас поддержите мой канал, поставьте лайк этому видео и обязательно подпишитесь. И напишите комментарий. Восьмерка по горизонтали выглядит как знак бесконечности. Поэтому считается, что подобные купюры, талисманы, обеспечивают владельцу бесконечный денежный приток. Класть в кошелек такие деньги не нужно. Они должны храниться именно в доме. Но можно использовать знак бесконечности в качестве нательного талисмана. Например, в виде подвески или кольца. Лучше, если амулет будет изготовлен из драгоценных металлов, золота или серебра, которые сами по себе являются символами достатка. В число самых популярных талисманов, символизирующих финансовое благополучие и процветание, входят монетки и кулоны с символами рубля, доллара или евро. Монеты принято носить в кошельке, сумочке или в кармане верхней одежды. А восьмерка дает удачу во всех делах и планах. Везение, материализацию задуманного в жизнь. А 8 – это энергия больших возможностей. Число 8 в денежной нумерологии считается своеобразным магнитом, притягивающим финансовые возможности. Также она способствует поступлению финансов с разных источников. Мечтаешь стать богатым? Тогда просто подпишись, поставь лайк этому видео и напиши комментарий. Теперь проведем обряд. Для этого понадобится только ручка или маркер с зеленым или красным цветом. Проводится обряд не чаще 1 раза в неделю. Рекомендуют проводить его в дни, когда нужна максимально финансовая удача. Он не займет у вас много времени, поэтому его можно провести даже на работе. Чтобы выполнить ритуал, вам необходимо нарисовать на руке восьмерку и произнести 3 раза. Восьмерки код меня на истинный путь наставляет. Восьмерка деньги прийти заставляет. Заклинаю себя на успех, ведь богатым быть не грех. Если деньги еще не поступили, а восьмерка на руке стерлась, то не нужно наносить ее снова. Еще одно важное замечание и условие ритуала. Рисовать число 8 нужно вашей главной рукой. Если вы левша, то рисуйте левой рукой на правой руке. Если вы правша, то рисуйте правой рукой на левой руке. Чтобы не было лишних вопросов, рисуйте число небольшого размера и на незаметном месте, потому что никто не должен знать, для чего вы нарисовали восьмерку. Подписывайтесь на канал и поддержите мое видео обязательно лайком и комментарием, чтобы эта денежная информация становилась популярной на просторах интернета. Всем продуктивного дня и отличного настроения. С вами была Елена Макаренко. Пока-пока.